Красивые сейчас кадры на самом деле, как были, когда мы с тобой спускались, ты впереди, сзади тебя стекловоз, и я чуть позади него. Красиво, красиво. Держитесь левее. Отлично. Мы прямо пошли, а лесовоз, ой, то есть стекловоз направо. Ну все, теперь я за тобой буду ехать. Опять же, я тебя держу в поле зрения, да, в поле видимости. И особо близко к тебе не прижимаюсь. Двигайтесь прямо. Ну вот опять еще горка. Давайте чуть под нее разгонимся. Кстати, интересно, на Тамбов съезд будет дальше? Так, Москва прямо. Ну это понятно, что Москва прямо. Знак остановки. Ну то есть, да. Как такой, так и... Как автобусный, то есть так и ночлега на парковку. Вот, прикольно. Давненько я на самом деле в этих краях не был. Так, парковка, ой, заправка с правой стороны, но мы на нее не будем заезжать. Потом как-нибудь, пока еще топливо нам полбака. Чуть меньше, конечно, уже, чем полбака, но нормально, хватит. Интересную мы сейчас на самом деле картину так что наблюдали, как товарищ на бензовозе по итогу обгонит товарища на шторном полуприцепе, да, он едет по левой полосе, а этот по правой. Они вот сейчас встали, а не даже на бензовозе, реально он вперед вырывается. Смысл было
тот, который со Шварцмюллером едет, перестраивается. А, ну понятно. Бензовоз у нас уходит направо. Ясно, ясно. Ну ладно, тогда окей. Вот, и мы приближаемся с вами к Москве. Постепенно. У нас утро. Получается уже какой день-то? Второй нашего рейса. Ну, копы молодцы. Шашку такую заложили между мной и трафиком. Поехали дальше, короче. Держитесь левее. Небольшое расширение у нас тут произошло. Да, нам же прямо, да, нам прямо. Развязка у нас получается тут с каким-то городом, поселком. На Волгоград, наверное, да, дорога пошла, я так думаю. А, нет, на Пензу, да. Дилерская Volvo, кстати, с правой стороны. Прикольно. Вот, ну и снова сужение. Вот, двигаемся в сторону М4 с развязкой на М4. Ну, даже до нее мы не доедем. Свернем направо, на другую трассу. А вот и Самара, господа. Самара городок. Как в той песне пелось. Всем известной песне. Так это у нас, как я понимаю, объездная города Самара? Ну, видать, да. Мы ее так насквозь с вами проходим. И двигаемся дальше. Едем, я напомню, в Великий Новгород. Недавно была первая у нас остановочка. Так, что-то там, видимо, впереди происходит, раз Костя так замедлился. Я даже специально смотреть ничего не буду. Видать, там трафик пропускал друг друга. Угу, я понял. Ну ладно. Пускай пропускают. Они у нас такие тут непонятные товарищи в игре. Можно поделюсь с тобой? Тем более ограничение 90. Блин, газель впереди едет. 60 едет и все. Надеюсь, что за это время я прибавлю веса. Моя тетрадь с текстами уже стоит лямов 10. Все равно.
пап, только мы должны распоряжаться своими часами и дарить их тёлкам, если надо слить собак. Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз на стриже. Он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся с последних сил, но держатся. А тем временем мы уже в Тольятти, господа. Вот так вот, медленно, но верно. Из... Откуда мы там? Из Самары, да? В Тольятти приехали. Менты стоят. Вот так вот. Такие вот дела. А мы движемся дальше. Дима, Пэр. Ну, ПР. Дима. Он там какие-то смайлики шлет. С новогодними снежинками, не то непонятно. Так, заехали мы с вами в Тольятти. Продвигаемся по этому замечательному городу. Ля, какая. Там что, река, да, у нас? Волга, что ли? Издалека долго течет река Волга. Прикольно, прикольно. Да, для вновь прибывших. Напоминаю, что стрим идет помимо YouTube канала за Киселев Плей, также еще и в группе. Поэтому кто-то хочет смотреть от моего лица, от лица комментатора чата Михаила, то милости прошу, ссылочка на группу находится. Да-да, там даже не то чтобы на группу, там на стрим на целый находится в описании. Переходите и смотрите. Так, а мы тем временем снова с вами тормозим. Ладно, я пошел, ивент выполняем. Ну давай, удачи. А, эти трамвайные железнодорожные пути. Я думаю, почему мы так медленно едем? Стоим пока на светофоре. Стоим же, да? Ну да, стоим. Кстати, прикольно, сейчас у меня светофор как раз между зеркалом и стойкой. Желтый, зеленый, поехали. А, ну в принципе, он там тоже он есть на столбе дублирующий, так что, в принципе, не обязательно было туда смотреть. Ай, лагает. Зараза. Так, а вот интересный вопрос, конечно, заправка тут не будет, нет? Нет? Или все-таки будет? Двигайтесь прямо. Ну, видимо не будет. Видимо, только аж уже на М10. Ну ладно. На М10, так на М10. Пробираемся, пока мы с вами по Москве. Двигайтесь прямо. Там
Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. И да, я не остановился до конца. Это тактика экономии топлива. Так, друзья, ну вот мы уже с вами и подъезжаем к Валдаю. Да, впереди у нас Валдай, ограничение. Пока что 70 почему-то. Но я уверен, что... Да, даже приветственная Стелла у нас стоит. И светофор. Снова красный. Вот, это заключительный город по направлению к Великому Новгороду по трассе М10. Вот. Я думаю, что там по кусочкам вам понравится, да, тот видосик, который получится по итогу. Я постараюсь все сделать максимально красиво. Вот. Это, так скажем, будет новый формат такой, своеобразный, как комментирование. Хотя нет, у меня уже до этого был, кстати, подобного рода видосик. Снова светофор. Тут у нас парковочка, ой, заправочка с правой стороны. И, блин, ну ладно, так уж и быть, снова на моргающий зеленый проехали. Нормально. Так, ну и, собственно говоря, покидаем мы с вами славный город Валдай. Следующая остановка, конечная. Великий Новгород. Увидимся уже там. А перед началом ролика хотел бы порекомендовать вступить в нашу группу ВКонтакте. Здесь вы можете делиться своими скриншотами из любых игр, получать новости по играм, таким как Euro Truck Simulator, American Truck и другие. Ну и проходят вечерние стримы по субботам, веду их я, администратор данной группы, Михаил. Подписывайся, и будет интересно. Так, господа, ну вот мы, собственно говоря, заехали в господина... Доехал. Господина Великого Новгорода. Костя, ты прям идеально в кадр сказал, в кавычках, ты доехал, потому что я вот только начал запись последнего кусочка, и вот ты сказал, что ты доехал. Молодец, я вот тоже сейчас подъезжаю. В этом городе я был не один раз, два, то как минимум, ну, я имею в виду, сейчас про реальную жизнь говорю, вот, ну, а в игре, естественно, раз 10, так точно, если, ну, это, наверное, сейчас 10 или 9 точно, вот, у нас тут впереди как раз уже парковка, база, то есть, вот, ну и... На этом я буду с вами прощаться, господа. Надеюсь, вам такой формат видео понравился. Такой вот кусочками, где мы в рамках стрима с канала The Kisilov Play, да, совместно с Костей, как говорится, совершили рейс из Челябинска в Великий Новгород на Манах.
на одинаковых белых манах с прицепами и рефрижераторами. Затем поверните направо. Вот, будем, надеюсь, поверните направо. Будем вас радовать также новыми видео, ну, я в частности. Приготовьтесь вот. К повороту направо. А на этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем за просмотр. Поверните направо. Всем удачи и пока. Еще увидимся. Мы прибыли.